Русская выпечка рассыпчатая, мягкая. Готовится она легко и быстро. А одним из самых ярких представителей является печенье «Аленка в пеленке». Приготовим. Это печенье родом из детства. Помню, еще бабушка готовила нам его со смородиновым вареньем или вишнями. Я недавно случайно наткнулась на рецепт бабушки, как приготовить печенье «Аленка в пеленке». Попробуйте и вы. Разогрейте духовку до 180 градусов. Растопите масло в микроволновой печи или в сотейнике на слабом огне. Взбейте теплое масло с 200 грамм теплого молока на средней скорости. В миске смешайте 600 граммов муки и 3-4 стл дрожжей. К смеси молока с маслом добавьте 100 граммов растительного масла. Эту массу введите в мучную смесь, замесите мягкое тесто. Разделите тесто на 5 частей. Раскатайте тесто в круг, посыпьте сахаром. Разделите круг на 12 малых треугольников. Используйте густое варенье, чтобы начинка не вытекла. Заверните тесто в рогалики. Дайте рогаликам подняться, это может занять до 2 часов. Выложите рогалики на противень и выпекайте 20 минут при 180. Пока печенье еще теплое, щедро посыпьте его сахарной пудрой. Приятного чаепития!